сегодняшнем видео я хочу вам показать очень полезную настройку, которая поможет очень сильно, значительно сэкономить заряд батареи на вашем телефоне. Дело в том, что когда вы устанавливаете какое-то новое приложение на свой телефон, либо с телеграм-канала, либо с Play Market, неважно, то это приложение принимает стандарты и настройки по умолчанию, что уже заданы изначально вашим телефоном Android. Теперь я вам покажу эту настройку, которая реально высаживает батарею путем активации работы ваших приложений, что есть на вашем телефоне. И досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. И заходим в системное приложение «Безопасность», потом пункт «Заряд», «Шестеренка», «Сам низ» и пункт «Контроль активности». Возможно, вы уже слышали об этой настройке, она очень важная, но иногда мы не до конца понимаем ее суть. Я вам предлагаю практически во все приложения заходим и ставим именно мягкое ограничение. Смотрите, вот по стандарту все приложения, что мы устанавливаем, допустим, переводчик, зайдите обязательно, проверьте на своем телефоне, и вы заметите, что везде стоит умный режим. Поэтому поставьте абсолютно везде мягкое ограничение. Помимо мессенджеров, социальных сетей, что есть на вашем телефоне, там Telegram, Viber, WhatsApp и так далее. Для того, если вы хотите получать своевременные уведомления. Допустим, с YouTube, с Instagram, с TikTok, там, где не нужно ставить мягкое ограничение. Даже вот сейчас вы, допустим, установите какое-то приложение на свой телефон, зайдете в эти настройки, контроль активности, и там по стандарту стоит то, что рекомендуется, контроль активности. Именно стоит умный режим по стандарту. А умный режим, он задействует фоновой работе любое приложение, что есть на вашем телефоне. Кстати, ребят, на нашем канале Antra Happy есть очень много классных премиум приложений. Заходите в свой Telegram и справа сверху в строке поиска напишите Antra Happy. Переходите вот на этот канал, присоединяйтесь и пользуйтесь здесь лучшими премиум приложениями полностью без рекламы. Я надеюсь, вам эта настройка поможет еще больше сэкономить заряд батареи на своем телефоне, поэтому пользуйтесь этой настройкой, не игнорируйте ее, и все будет окей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю вам отличного дня. Пока.